50-летняя Елена Ксенофонтова вышла замуж. Она долгие годы никак не могла наладить свою личную жизнь. Актриса одна воспитывала двоих детей от разных мужчин. И в предпоследний день 2022 года Елена сообщила радостную весть. Ксенофонтова опубликовала снимок со своим любимым мужчиной, держа в руке букет невесты. «Я сказала да», – скромно написала Елена в блоге. 50-летняя звезда кино отправилась в ЗАГС в третий раз. О новоиспеченном муже актрисы ничего не известно. После тяжелых предыдущих отношений она скрывает подробности своей личной жизни от публики. Первым мужем Елены был Игорь Липатов, с которым она прожила 11 лет. От второго мужа, продюсера Ильи Неретина, у нее остался сын Тимофей. Ксенофонтова 9 лет жила с адвокатом Александром Рыжих. От этого союза актриса в 2011 году родила дочь Софию.